Лекция 54. Про ЛГБТ. По-моему, я уже... У меня была такая лекция, но вот попросили снова. Знаете, что нужно сделать, чтобы в совке и на всем постсовковом победила гетеросексуальная идеология и мораль на всем постпространстве? Раз уж они так из-за этого переживают, ему ЛГБТ-пропаганду запрещают, радуги. Да, правильно. Первым шагом нужно ликвидировать все однополые тусовки. Ну, там, где одни мальчики. И также, где одни девочки. Например, армия. Там же сплошной соблазн и разврат. Душевые, общие казармы. Нужно, чтобы в армию были и детьми. Тогда уж точно не будет никаких извращений. Или футбол, хоккей и тому подобное. Чем они там на сборах годами занимаются? А на партийных съездах? Ну, и у женщин тоже не лучше. В школах, поликлиниках, магазинах везде женщины. Вдвоем, втроем, вчетвером. Ну, как им удержаться? Я уж молчу про всякие спа-процедуры или пижамные вечеринки. Парикмахерские. И маникюрные салоны. Брови и тому подобное. Они там целыми днями тусуются. Легко найти часик-другой для однополого секса. Короче, нужно разбавлять однополые собрания людей, чтобы не было гомосексуальных соблазнов. Вот если бы у девочек, учительниц в школе, было бы больше физруков, то они бы трахались с ними, а не между собой. Так и в армии, и в спорте. И в политике, и в религии, да везде. Даже, блин, в домино. И то приходится мужикам самим играть. А вот если бы с ними у гаражей было бы пару девочек, уже, глядишь, нет напряженности. Петух не петух, а курочка это курочка. Правда же?